Лазерная косметология – это большой раздел косметологии, и это целая наука, я бы сказала, да, в двух словах об этом не скажешь, но если так обобщить, то, конечно, я использую лазерные процедуры в практике. Я очень люблю процедуры лазерной эпиляции, то есть если брать методы перманентного удаления волос, то есть способы, да, перманентного удаления волос, то, конечно, я предпочитаю лазеры в этом случае, а, допустим, не фотосистемы и не электроэпиляцию. Хотя электроэпиляция, она тоже имеет место быть при светлых волосах, а если волосы с пигментом, то это, конечно, лазеры. Далее я использую различные аблитивные методики с целью омоложения лица, с целью выравнивания поверхности кожи. Это, конечно, у меня абляция идет, как фракционная абляция, так и полная абляция. Также использую лазеры для удаления сосудов, ну и различные методики не аблитивного лазерного омоложения, хотя их я люблю меньше.